Здорово! Сегодня видео у нас будет тест-драйв новой, крайне интересной автопушки «Звездопад». Я выбрал крафтец на 9300 очков мощи. Здесь у нас стоит 2 «Звездопада», четкий, «Каталина», 4 поворотных затворника, заряд и 2 «Стужи». Этот крафтец есть на выставке под названием «Смерть». Собрал его этот автор, если хотите, можете посмотреть. Крафтец мне понравился за счет своей динамики и при этом у него довольно-таки хорошие хп для своего ома. Итак, давайте сначала покатаемся против вертолетов, а потом пойдем в обычный рандом. Нам попалась большая карта как раз-таки под нашу автопушку. Я, наверное, сейчас попробую залезть на вот эту вот скалу. Это, конечно, опасно, потому что любой вертолет меня сможет легко обстрелять, но я попробую. Зато у меня будет все как на ладони. Конечно, залезть проблематично из-за того, что тачка попросту не едет, но я на отдаче вроде как-то заехал. Слушайте, даже визуально чувствуется, что автопушка такая мощная, несет в себе мощь. Она, во-первых, смотрится как-то так массивно, внушает доверие. Ну и плюс у нее довольно-таки сильный импульс. О, вот так вообще удобно настреливать. Так, я, пожалуй, наверное, все-таки сейчас спущусь. Они все равно ко мне сами прилетели. Давайте спускаемся. Потому что, ну, я вообще там на пятачке я там стою. Мне даже не увернуться, не разогнаться. Тем более, они сами тут уже грохнулись. Замечательно. Ну что, давайте постреляем под днищу. Не, ну углы наводки, конечно, офигенные. Куда хочешь, туда и стреляешь. Сколько хочешь, стреляешь. О, он грохнулся. Сейчас мы ему что-нибудь подорвем, я думаю. Брателла, ты взрываться там не думаешь? Так, у нас еще плюс амперк, у нас еще получаются взрывные такие снаряды, все, у него винт отвалился. До свидульки. Кто следующий? Вот у нас еще один. Давайте его обстреливать. Вертикально практически я стреляю. Ух ты, на таран пошел, камикадзе какой, все, еще что-то у него бахнуло. Сейчас еще один вертолет у нас минус будет. Ну, конечно, слушайте, я теряю ориентацию, если честно, вот в небо я никогда не стрелял. Пока что для меня это непривычно максимально. Давайте, третий вертолет пошел. Третий вертолет. Сейчас мы тебя собьем. Не, ну пока что мне нравится очень сильно. Так, он уже пошел. Пошел на дно. Так, он снизился. Видимо, от вертолетов убежать хотел. Но от меня-то он не скроется. Куда ты там полетел вообще? Куда ты поперся, брателло? У него там уже что-то горит. Ну-ну-ну-ну-ну. А, перегрел. Вот это, конечно, не вовремя. Не надо было перегревать. Он четко на меня летит. Ты че, братан? Давай-ка в гаражик. Минус третий вертолет. Три вертолета просто ушатали, не напрягаясь. У нас последний пацанчик остался. Давайте его сейчас будем обстреливать. Так, братан, давай подниму тебя. Ах, ну ладно, пофигу. Сейчас все равно мы выиграем по базе, да и этого добьем. Не получилось его поднять. Ну что ты там, где? Он уже убегает просто. Реально от меня вертолеты убегают и от наших союзов в этом бою. Все, мы по базе выиграли. Ништяк, а МВПшка есть, интересно, нет? И у меня всего лишь 940 очков за бой, что? Ладно, едем дальше. Кстати, кто хочет, заходите в наш Discord сервер, ссылка есть в описании. Так, ну там у нас прям какой-то жирный паук. Ой, Батяра, ты вообще лучший. Батяра прям красавчик в этой ситуации. Так, я, пожалуй, наверное, мою локацию поменяю, потому что в этом кустике меня уже спалили. Я, кстати, заметил, что многие стали ставить на вертолеты дроны. И причем дрон это очень хорошо так дамажит по кабине. Нужно будет как-то тоже самому попробовать. Там у нас вертолет летит. Нужно поближе чуть-чуть подобраться. Ну, хотя, в принципе, и эта дистанция неплохая. Вот, смотрите, дроновоз этот. Дамажит-то прям так хорошо, я бы сказал. Нужно его грохнуть. Он уже, он что-то вниз полетел. Стой, 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 стой. Брателла, не улетай. Я тебе подарочков сейчас накидаю, нафарширую тебя. Так, давайте вот сюда вот спрячемся. Что-то там как-то много вертолетов. Вот этого всего обстреливаем опять же. Чувак, тебя... Ох, нифига, ты мне урона-то сколько нанес. Тебя ничему жизнь не учит. Все, нету твоих дронов. Да-да-да, падай ко мне. Давай-давай-давай. Сейчас мы его добиваем и переключаемся на другого. Хорошо. Ох, блин, ракеты откуда тут прилетели. Не заметил. Кстати, с этой автопушки очень удобно обстреливать все эти ракеты. Они сбиваются очень легко. Против самонаводяшек эта автопушка тоже работает прекрасно. Опаньки. Что у тебя? Как раз таки ракеты у него. Какие-то самонаводящиеся, какие-то обычные. Непонятно, что он тут собрал. Сейчас мы его обстреляем по-быстрому. Ой, вот это было близко. На самом деле одно попадание, вот эта зараза по мне стреляет. Одно попадание по кабине и все, мой крафт развалится. Поэтому
Нужно сейчас как-то за домами прятаться, максимально аккуратно себя вести. Опаньки, он загрелся на другого. Есть, бахнуло что-то. У нас тут слева, ой-ой-ой, это у нас паучок. Сейчас мы убегаем тогда. Я ему, кстати, там неплохо так накинул урона. Я ему, по-моему, даже все автопушки практически отбил. Вообще хорошо отстрелялись, но только хпшек у меня от этого не прибавилось, к сожалению. Да, опасненько, этого ботяру сейчас тоже подчищаем. Кстати, это он, возможно, по мне один раз чуть ли не попал. Все, пушкаря уделали. Здравствуйте. Ой-ой-ой. Что это было? Откуда тут по мне вдруг прилетели снаряды? Ага, тут еще один паук был. Замечательно. На смерча, кстати, катается. Но здесь, скорее всего, поражение, поэтому едем дальше. Опять нам попалась большая открытая карта. Опаньки, там ботяра приехал, оказывается. Сейчас мы с него перк получим какой-то и поедем уже по вертолетам стрелять. На этой карте, ух, блин, у тебя тренит йога, вот это было больно. Немного просчитался я, думал, он по боту будет стрелять, нифига подобного. Он зал нацелился по мне, начал стрелять, зараза такая. Сейчас, я думаю, прям смачно так будет вертолетом доставаться от моих автопушек. Ну все, ты там помрешь уже сегодня, нет? Давай, все, замечательно, какой-то перк я получил. Еще один ботяра здесь есть. Ну, давайте его тоже сейчас подчистим. С одного я уже 4 стака получил. 5 стак. Вот сейчас 6 стаков накопим, ну, и там будет прям шедевральный урон. Такс, ботяра, 6 стаков, спасибо тебе. Этого тоже крысеныша прихвостня грохнем. Ну, давай, помирай уже. Замечательно. Теперь можно поработать по вертолетам. 7-8 стаков, я думаю, хватит. Первый вертолет у нас уже упал. Ладно, давайте на другого переключимся. Куда ты тут у нас в хамелеон собрался? Вот из хамелеона, конечно, выводить крайне просто. Сбивать самонаводяшки тоже легко. Автопушка создана для этого режима. Вот так вот стоим, настреливаем. Куда это ты собрался? Пытается уже убежать куда-то, но не получается. Тут только один вариант, мне кажется, очень большую высоту набирать, если успеешь. Давайте обстреливаем. Пошел нас обходить, все. А, мы по базе выиграли, у нас победа. Ну, неплохо, быстрый бой получился. 1175 очков за бой. Едем дальше. Нам опять попалось святилище. В принципе, я рад, потому что эта карта очень хорошо сочетается с нашими автопушками. Недавно я тестил голубку, новый легендарный бомбомет. Вот эта карта меня бесила, когда я катался на бомбомете. Но сейчас я катаюсь, и мне все нравится. Тут на бомбомете вообще неудобно кататься, потому что в центре слишком низко для вертолета. А все остальное это открытая местность, на которой крайне сложно кого-то завалить. А здесь же на автопушках ты ездишь где хочешь, стреляешь куда хочешь и сколько хочешь. Так, у нас здесь какой-то колесник, судя по всему. Давайте его обстреляем. А нет, это все-таки это вертолет. Ладно, причем на гусеницах. Да, классный вертолет, братан. Танколет. Сейчас мы его попробуем сбить. Но у него из-за гуслей довольно-таки хорошая броня получилась, поэтому его быстро сбить не получится. Вот так вот стоишь, легко настреливаешь, не напрягаясь. Причем не всегда нужно даже попадать. Тут просто вот так вот рядом с крафтом попадаешь, у нас снаряд взрывается, поэтому урон наносится все равно. Ой-ой-ой, какой толстенький тут катается. Никто лопаться не хочет, смотрите-ка. Вообще, о, замечательно, лопнул наконец-то. Самый прочный здесь. Такс, давайте на другого тогда переключимся. Вот на этого. Сейчас прям к нему поедем. Давай. Главное не перевернуться, потому что импульс довольно-таки сильный у автопушки. По-моему, тоже что-то там у него бункнуло. Он падает. Лавину поставил и летает. И нравится, видимо. Такс. Надо, наверное, повыше забраться. Хотя не надо. Ко мне они сами едут. Вот это Афина, конечно, опасно. Сейчас мне может автопушки отбить. Нужно быстрее его забирать. Стоять, брателло, куда ты тут полетел? Все шип, все разломал. Ну, братан, ты попал. Давайте добиваем его. Замечательно. Ну, Афины, в принципе, кончились. Больше, мне кажется, мне уже никто ничего не сделает. Давайте этого сейчас обработаем на штилях. Опять по базе выиграли. Ну, ладно, победа. И у нас 966 очков за бой, третье место. Погнали в обычный рандом. Пишите в комментарии, стоит ли протестить эту автопушку именно на вертолете, потому что, ну, в качестве наземки мы поняли, автопушка себя показывает офигенно, а вот в качестве вертолета это уже интереснее. Такс, у нас вон там они справа обходят, сейчас, наверное, вот сюда вот тогда встанем, будем по ним настреливать. Только вот этот столбик мешает. О, братки, давайте поближе. Вот нужно их на такой средней дистанции держать, либо дальняя, либо средняя, подпускать к себе близко не стоит.
Все-таки дробовод меня сможет пристрелять. Опаньки, это Нидьёг. Его нужно забирать. Нидьёги, они сами по себе опасные. Всегда остерегаюсь этих дробашей. Сам на них катался, потому что по кабине там может вылететь просто 500 урона, не напрягаясь, даже больше. Вот этого сейчас обстреляем тоже. У него какие-то аргументы, что ли. Вряд ли он на суматрах катается. Но аргументы тоже не особо такое крутое оружие, поэтому я думаю, мы его завалим. Такс, этого обрабатываем, турельщика. Очень много кто стал кататься на турелях в последнее время. В вертолетах, да и в обычном рандоме. Не знаю почему. Давайте этого добиваем, чтобы тут не мешался своими турелями. Сам наставил, в них же еще там и застрял. Красавчик! Молодец. Давайте следующего обработаем, какого-нибудь пацанчика. Вот тут у нас раскатались. Минус. У нас осталось еще 3 человека. Печеночный камень. Классный ник. Давайте вот этого кавказчика обстреляем. Куда ты поехал? Спилитель тут закинул, зараза, огонь. Неприятно. Ладно, давайте кавказчика заберем, наверное. А то он тут союзом мешает. Здравствуйте. Как ваши дела? Давайте в гаражик. Уничтожили. Еще один. Вот, брателло. Бахнул. Офигенно. И вон там у нас последний. Все киллы мне засчитали вообще. Победа у меня. И 2230 очков за бой. Нету МВП. Вы угораете. 7 очков не хватило до МВП. Едем дальше. С картами нам сегодня определенно везет. Вот именно на таких огромных картах настреливать приятнее всего. Сейчас я вот сюда вот, наверное, встану. И там урон будет неплохой. Такс. Вот по толпе вот так вот настреливаешь, даже особо не парясь. Не прицель. Ну ты красавчик, конечно. Всю малину мне запорол. Ну, блин. Я так классно настреливал. Взял, чувак встал посередине. И все. Уже поздняк настреливать по кому-то. Ну да, вот так вот тоже бывает. Спасибо Союзу. О, батьку там прям хорошо досталось. Давайте, наверное, тогда налево уйдем. Куда-нибудь вот сюда вот. Просто там Союзы такие красавчики встали. И стреляют. А другим не дают. Пушкаря нужно вот этого обстрелять. Это у нас палачи, судя по всему. Сейчас мы его обработаем издалека. Ой, попал все-таки. Бежит, бежит, пока может. Беги. Я тебя все равно догоню. Это у нас тоже что-то непонятное. Он даже решил не стрелять, сразу же побежал. Ну, правильное решение, в принципе, я думаю. Такс, опаньки. Ой, смелости набрался. Да ладно, ну давай, кто кого. Протелла. И мы тебя добиваем. Замечательно, перестреляли этого пушкаря. У нас в центре какое-то месиво. Вот этого сначала обработаем, чтобы не мешался. И переключимся на паучка. Паучок у нас на одной пушке. Ну, тоже, в принципе, нам ничего не сделает, я думаю. Добиваем, у него уже кабина дымится. Замечательно, и последний где-то остался. Браток. Браток, ты у нас где? Пепел, вот у нас пепел. Это у нас дробовод. Ну мы его вот так вот издалека сейчас обстреляем. И тоже опять же он побежал. Правильное решение. Ну только опять же это тебя не спасет. Добиваем, все. 3 килла сделали, почему МВП нету? Я не понимаю, ни одной МВПшки за весь видос. 1300 очков за бой, второе место. Опять тут чуть-чуть осталось до МВП. Да как так-то, а? У нас кто-то базу крутит. Батярка и игрок. Игрок красава вообще спрятался за вагон и не высовывается. Смотрит, как его бота обстреливают. Я вообще не понимаю. Меня все боятся почему-то постоянно. Все игроки, что в том бою, что в этом, все меня как-то обходят стороной и пытаются убежать. Вот только боты как-то пытаются что-то сделать, но у них не особо выходит. Да, что-то какой-то народ шуганный. Давайте добиваем его. Этого тут Союз тоже уже обработал. Никто по мне особо не стреляет. Что сегодня за день такой, я не понимаю. Видимо, слишком имбовая автопушка. Так, что у нас тут? Ой-ой-ой, наших союзов тут обрабатывают. Сейчас я тогда вмешаюсь. Здравствуйте. Тут у нас какой-то пулеметчик с пушкой, что ли, или что это, непонятно. Какой-то колхоз, судя по всему. Ой-ой-ой, ой, это у нас буря, оказывается. Буря и Синус. Издалека вообще показалось, что у него дробашики. Но все равно мы его перестреляли. Так, братан, не надо взрываться, пожалуйста. Мы тебя успели грохнуть, замечательно. И Джекоб остался. Джекоб, ох, блин, больно настреливает своих смерчей. У меня уже тачку под конец боя просто сносит от импульса. Чувствуется мощь автопушки. У меня победа. Опять МВП нету, да как так? У меня второе место. Едем в последний бой. Но автопушка мне понравилась, конечно, очень сильная. Мне кажется, это то оружие, которое себе стоит покупать.
Конечно, в рандоме она себя не раскрывает полностью, но вот в вертолетном режиме это прям божественно. Такс, Огник что-то пытался к нам приехать, но не получилось. Они, судя по всему, едут в наступление, пацаны. Едут толпой, и это очень плохо. Если они сейчас так к нам приедут, они нас перестреляют вообще в легкую. Там еще к союзам кто-то заявился. Кстати, заметил, что на таком ломе очень стало много огников. Понятно, что горынычей всяких было очень много и так. А вот на панацеях катались немногие. Сейчас прям... Вот еще второй на панацее катается в одном бою. То есть, ну, что-то как-то огников тоже довольно-таки много стало. Именно на среднем ломе. На высоком они и так были. Обработали их, хорошо. Ну, теперь встречаем этих пацанчиков. Судя по всему, сейчас будет оборонительная тактика. Я сейчас пытаюсь как-то отойти. Союзы тоже. Потому что там на пятачке стоять не очень удобно. Ну и чё? Где тут у нас? Это у нас триггеры. Сейчас триггеры нужно забирать сразу же. Потому что они будут очень много урона наносить нам. Удивительно, что мне даже никто в спину не стрелял сейчас. Я так подставился, конечно, неудачно, но повезло. Этого пушкаря мы сейчас тоже обрабатываем. Но пока что, кстати, даже все к победе идет. Вот так вот его обстреляли, замечательно. Да блин! Ну вот, все запороли в один миг. Парсер приехал, мне все отстрелил. Печальненько, хотя я думал, сейчас мы выиграем на самом деле. Еще и паук нарисовался на своих пулеметах. Печально. На заступниках катается. Кстати, заступники, давно на них не катал. Мне вот интересно, как они катаются. Давай, все. Отстрелялся пацанчик. Поражение, к сожалению. И у нас 1290 очков за бой, первое место. Погнали в гараж. Ну вот и подошел к концу наш сегодняшний тест-драйв. Пишите в комментарии, как вам автопушка. В общем-то, что скажу. Звездопад мне понравился очень сильно. Просто шикарная штуковина. Ну, понятно, что в обычном рандоме он себя не раскрывает полноценно. В обычный рандом хватает вихря, смерча и штиля. Но вот в вертолетном режиме эта автопушка себя показывает просто максимально с лучшей стороны. Вот эти вот углы наводки, куда хочешь, туда и стреляешь. Также взрывной урон, это просто офигительное сочетание. У всех вертолетов там боезапасы какие-то, генераторы взрываются, также винты отпадают. Офигенно. Но стоит пушка пока что дороговато, понятное дело. Стоит она 4700 голды. Она, я думаю, будет востребована, популярная, поэтому ждем снижения. И как только она подешевеет, можно брать не глядя, потому что катается она прекрасно. Сегодня мы тестили эту автопушку на земле. Но в следующем видосике, я думаю, мы протестим эту автопушку уже на вертолетах. Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока!